В новогоднюю ночь во Франции сожжено 804 автомобиля. Такую неутешительную статистику озвучил министр внутренних дел. Машины горели по всей стране, и это даже несмотря на то, что полиция в этом году действовала в условиях введенного после недавних терактов чрезвычайного положения. В результате удалось задержать более 600 поджигателей, но остановить волну вандализма власти не смогли. Заслугу себя не ставит тот факт, что в этом году поджогов стало на 15% меньше, чем в прошлом.